you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Север Ролиплей. Да, чуваки, я вернулся на сервер. Это просто охуенно. И это очень круто. Я вернулся наконец-то на сервак, вот мой ник, Кирилл Путбуль, если что. IP, группа, модпак будет в описании, так что обязательно заходите играть, и я снова буду здесь частенечко играть. Давайте сядем, у меня по-любому дом слетел, как я понимаю. Давайте двигатель заведем и поедем, не знаю, соберем машину хотя бы, я думаю. У нас что, автосалон или аренда машин? Может, сейчас тачку арендуем? Так. Я не знаю, у них новый модпак вышел или нет, я скачал из группы. Но это, судя по всему, аренда машин, как я понимаю. Давайте возьмем, не знаю, Мазду, давайте возьмем. Мазду. Так, 250 рублей, окей. Что надо было прописать. Давай сейчас пропишем. Все, я успешно закончил арендовывать мопед. И сейчас арендуем вот эту машинку. Что ж, поехали. На Мазде. Я, по-моему, живу в Батырево. Давайте развернемся. Я жил в Батырево. И сейчас поедем до моего дома. Надеюсь, его никто не купил, как бы, потому что мои тачки стоят. Так, ограничитель снимаем и тапочку в пол. Давненько я здесь не играл, я не знаю, здесь, как вы видите, обновление произошло, как я понимаю. Я не в курсе, что изменили на самом деле. Так, соблюдаем ПДД, зеленый. Тапку в пол, кстати, неплохая Мазда. Открыт МП паркур, Гота МП. Ну, на МП мы не будем идти, сейчас нужно доехать до дома, посмотреть, что там по тачкам моим. У меня вообще тачки остались. Так, статс. Дом, квартира, бизнес нету. Угу. В банке у меня еще лежит 900 тысяч, на руках у меня 6 миллионов. Угу. Развозчик топлива, я работаю. Тут не показано, машины мои есть или нету. Давайте пропишем фикс-кар, наверное, сейчас узнаем. Машины остались. Да, три тачки мои остались, это хорошо. Сейчас поедем и заберем их. Миша Душевный, привет тебе передаю. Онлайн сейчас на серии, кстати, 49, в принципе, нормально. Час дня почти. Заходите обязательно на сервак, потому что я здесь буду и стримить, и играть. Я тут уже давно и стримил, и играл, как бы, и снял по этому серваку 21 серию. Это уже 22 получается. Серия мне, кстати, нравится очень. Так что я вам советую. Во, вообще круто, мой дом по ГОСУ стоит. Сейчас мы его и купим. И мои машины тоже здесь стоят. Все сохранились. Кайф. Просто кайф. Я просто счастливый на самом деле. Все мои тачки остались. Купить. На вашем банковском счету не хватает денег. Ай, жизнь, боль. Ладно, сейчас поедем закинем денег и вернемся, купим дом. Кстати, довольно-таки неплохая Mazda, мне прям очень нравится. Я не знаю, я бы на вашем месте ее купил, но надо было посмотреть, сколько она в автосалоне стоит. Как бы максималка какая у нее. 100 километров, ну конечно едет не очень бодро, но в принципе управление у него даже очень хорошее, так что можете покупать. Такая мазочка, двухствольный выхлоп, ну красиво выглядит, красиво. Боком зашли вообще четко. Давайте сейчас уже банку подъезжаем, я закину денег. Так, оп, 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 оп. Я уже успел ее разбить, там мусора стояли, я что-то там на 360 градусов случайно ебанул и разбил машину. Так, пополнить. Давайте положим 2 миллиона. И все, можем ехать снова покупать мой дом. Так, вот я прибыл к дому, сейчас мы его купим. Деньги есть в банке, сейчас, кстати, payday был. Так, купить. Все, мы его купили, теперь нужно поехать оплатить. Давайте, не знаю, что возьмем. Так, стоп. Давайте Mercedes возьмем. Я уже за ним соскучился. Так, завести. О, мощь. Мощь. У него еще гидравлика стоит. Кстати, дорогу поменяли вроде. Да, тут другая дорога была. В принципе, ладно, ничего страшного. Движем в южный и там уже продолжим. Так, вот я уже в банке, заходим. Сейчас оплатим дом. Насколько его там оплатить можно? Пополнить домашний счет. На 4000. На 40 тысяч. Не, на 40...
9700 рублей. Ага. Ой, блин. Чуваку ничего еще раз написал смс. Сейчас мы оплатим. Так. На 40 тысяч, короче, закину. Все, погнали дальше. Думаю, нам нужно скупить новый скин, потому что этот чувак с халати, думаю, всем вам надоел, как бы он у меня уже давно. И сейчас мы заедем, купим себе новый скинец. Поворотник включаем. Поворотники здесь идеально просто работают. Так что включаем поворотник. И поворачиваем. Сейчас здесь парканем нашу машину и пойдем купить себе скин нормальный. Так, одежда. И давайте что-то себе выберем. Как там, стрелочками вроде? Чтобы использовать стрелки. Как тут стрелочками пользоваться? Лол. Короче, я взял себе вот такой скин. Решил обычный взять скинец такой. Дедуганчика такого. Бурденького такой. Погнали. Так, давайте сейчас поедем и где-то поработаем, может быть. Я думаю, нужно поехать поработать в порт. Как бы там, по-моему, рыбу носить. Я хочу попробовать. Давайте съездим, я думаю. Лишний не будет поработать. У меня, в принципе, есть машины, деньги, дом. Но все же поработать, думаю, будет не лишним. Сейчас сворачиваем сюда. По-моему, здесь-то находится рыбу носить. Ну, сейчас посмотрим, сколько мы даже заработаем. Неплохой онлайн, кстати. Ну, раньше было X2, сейчас X2 нету. К сожалению. Так, поднимаем подвеску, оп. Все, опустили. Блин, как я кайфую вот этого Мерседеса. Я уже, наверное, миллиард раз говорил в предыдущих сериях, но, блин, это так. Ага. Давайте здесь Мерседес припаркуем, чтобы я его видел. Так, устраиваться, по-моему, вон там нужно. Давайте добежим и устроимся там на работу. Вот мы переоделись, и теперь нужно бежать нам носить рыбу, по идее. Сейчас посмотрим. Так, давайте. Вот, рыбку несем, хоп, положили. Погнали, еще рыбки принесем. Ну, вроде работа не тяжелая, но мне прикалывает то, что вы реально берете рыбу и несете ее просто... Слаживаете или что вы там делаете. Ну это прикольно. Рыба еще такая, смотрите. Такая. Ой, поцелуй меня, пупсик. Конечно, рыбка здоровая. Добро. Сука, не кивает. Пидор. Ладно, погнали. Отнесем рыбу. Я не знаю, честно, сколько здесь платят. Но это работа для новичков. Думаю, новичкам будет полезно, кто первый будет орать на этом сервере. Какая самая прибыльная работа, я даже вам сказать не могу. На самом деле. Я хз. Так, рыба. Пошли, отнесем рыбку. Не, ну рыба вообще матовая какая-то, смотрите. Если было прикольно, если бы несколько видов рыбы было, как видите, вот такая вот. Ну, нормально что. Нормально сделана работа. Таких я работ вроде бы на других серверах не видел. И это довольно-таки хорошо. Вы уронили рыбу. Я вообще-то даже не взял, ну ладно. Так, порт. Порт, кстати, тоже неплохой. Вагончики стоят. Все, в принципе, хорошо сделано. Аккуратненько, красивенько. Ложим. Хоп, 4 штучки. Давайте еще одну принесем и посмотрим, сколько мы заработаем, в принципе. Так, банихопить, конечно, нежелательно. Кстати, здесь за читы банят на 365 дней. Вон, можете посмотреть в чате. Чувака забанили 365 дней, так что здесь все строго с РП. Так что, пацаны, читы свои не врубайте. И спокойно себе играйте, соблюдайте правила сервера, ПДД и так далее. Так, ну принесли, давайте посмотрим, сколько мы заработали. Сервер, кстати, если что, без бонуса, это полноценный РП проект. Так что, как-то так. Давайте посмотрим, сколько мы заработали. И... Сколько? 150 рублей. Ну, в принципе, нормально. Просто это X2. Ну что ж, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сайт и ждите новых серий. Всем пока-пока. All night, cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north.